Циркумфлекс Пирожата, с вами Старпер, я продолжаю проходить Chasing Static. И я забыл, если честно, куда мне надо. Ну, мне нужно, короче, доставать. А, мне надо сюда, собственно, я же сюда специально пришел. Так, достаем эту нашу батву. И отправляемся в бункер, у меня есть ключи. И две двери. Возможно, что-то получится найти. Так, вот здесь была Нейра. Ну, если, конечно, ключи отсюда. Да, похоже, что отсюда. Так. Я готов светить тебе в лицо, если что. Только не пугай меня. Пока что никаких аномалий. И куда я иду? В город, наверное? Почудилось, что там что-то было, но нифига. Я вышел. А куда я вышел? Я не был в городе. Эхо-парк. Комплекс. О, господи. Ой, а что? Что за глюки? О, тут целое здание у нас здоровучее. Ясно, понятно. Я, если честно, думал, что это будет последний выпуск уже, потому что, ну, по времени, по How Long to Beat примерно, я приближался к отсечке, но... Хотя, может, здесь нихер делать будет. Посмотрим сейчас. Тихо. Что было написано? Что было написано? Если бы у меня был подходящий инструмент, я мог бы проделать дыру в заборе. Понятно, я сюда слишком рано пришел, наверное. Вероятно, мне нужно вернуться обратно к другому забору. И я пришел. А я эту записку читал? Черт, что здесь произошло? Для тех, кого это касается. Принятых нами беспрецедентных мер для обеспечения безопасности в зоне Чарли все равно оказалось недостаточно. Боюсь, что вскоре та же участь постигнет и остальные зоны. Кажется, прошли уже целые месяцы исследований, но мы по-прежнему не понимаем, что это место из себя представляет. Время – более незнакомое для меня понятие, мне еще лишь предстоит увидеть восход солнца. С глубочайшим сожалением я вынужден завершить наши исследования, ибо боюсь за здоровье своих коллег. Дабы минимизировать шанс распространения инфекции, мы похоронили в озере тех, кто не вернется с нами. Приносим свои соболезнования их родным и близким, доктор Николас Стробридж. Ну, это, конечно, все очень плохо и грустно, но я хочу узнать, что же здесь произошло на самом деле. Ну, давайте достанем нашу штукенцию. Так, здесь у нас некуда идти. Предметов здесь, походу, тоже никаких. Ну, вот единственный путь. Был бы это какой-нибудь третисортный Unity Horror, я бы сказал, что меня в этой трубе ждет скример, но меня в этой трубе ждет переход в другую локацию. Очаг, зона Браво. Так, здравствуйте. Выброшенная записка, давайте. Здесь кто-то есть. Кто-то живет в деревне, в домах. Я видел, как они выглядывают из размозжих досок, словно тени за занавесками. Мне никто не верит. Все считают, что я сбрендил. Мне угрожают, а в адекватности моего восприятия реальности начинают сомневаться. Они тоже меня видят. Мне больно двигаться. Кажется, теперь я понимаю, это место всего лишь начало. Начало чего? Но в любом случае я пришел в город, о котором шла речь. Только я как-то пришел очень... Срато. А, нет, все нормально, я пришел. Она хочет, чтобы я бежал за ней, но я сначала вот здесь хочу осмотреться. Нихера нет. Ну, то есть я буду идти и пытаться лутать все прям. То есть у меня есть стойкое чувство, что я нифига здесь не найду, и все двери будут заперты. Но я должен убедиться в этом лично. Вот там, по-моему... Кто чихнул? Будьте здоровы. Там, по-моему, трупак лежит. Или грибы. Или трупак в грибах.
Нет. Это было не эхо, а что это так такое? Или меня глючит рядом с этими грибами, и они являются корнем всех бед? Интересно. Пока... Тихо? Двигалась? Нет? Почудилась, наверное. Но это не мое устройство двигается. Это так какие-то помехи. А вот теперь это мое устройство двигается. Так, ну я удаляюсь. Блин, большой город, я думал поменьше здесь будет. Но мне куда-то вот... Ну, мы вроде на месте. Так, установить его надо в номере с окнами на вход, да? Ага, чтобы оттуда было хорошо видно деревню. Блин, так подумаешь, ведь раньше здесь было людно. А кто сказал, что сейчас нет? Ну хорош уже, ты просто хочешь меня напугать. Эй, ты же сам слышал эти истории. Здесь постоянно творится всякая хрень. Почему, по-твоему, в полевые группы всегда нужны люди? Пошли уже, давай сделаем все по-быстрому. Да, мы вперед. Уф. Я могу теперь войти? Хочу ли я? Вот в чем вопрос. Я хочу. Гостиница Пеликан. Страшно. И здесь грибы. Вот эти вот грибы, вот они неспроста. Ну, это очевидно, конечно. Но, тем не менее, интересно, какую роль конкретно они играют во всем этом. Дверь заклинила. Ну и хорошо. Так, журнал со списком гостей. Жалко, нельзя достать, короче, вот эту вот хрень, которая светит. Похоже, что-то мешает работе автоматического выключателя. Ой, да неужели недостаточно этих конденсаторов? Нет электричества. О, болторез. Блин, только не говорите, что мне сейчас надо будет с этим болторезом идти в этот институт, чтобы там найти конденсатор и починить здесь электричество. Это будет супер-мега... херово решение. Разные книги, покрытые пылью. Ладно. Блин, зажигалки света хер да ни хера. Полком-то не освещает ничего. Здесь заклинило. У нас получается только второй этаж остался для исследования. Давайте сходим. В каком-то же из этих... В каком-то из этих номеров как раз эхо должно быть, по идее. Интересно. Все заперто. Ну еще вот здесь у нас есть, ладно. Так, кажется, мы пришли. Я пытаюсь найти нужный ключ.
Они не подписаны. В гостиницах всегда так. Вставляй все подряд, пока не угадаешь. Не, не этот. И не этот. Давай их сюда. Значит, мы установим ретранслятор, убедимся, что окна не открываются, и закроем дверь? Типа того. Мы вернемся к фургону и скажем, что все готово, а потом просто подождем, когда остальные команды закончат со своей частью работы. Ты когда-нибудь видел такое нарушение зоны? Только один раз. Дела были плохие, но мы справились. Блин, жуть какая. Одно дело работать в комплексе, другое... Нашел! Ладно, заработало. Можешь подержать меня за руку, если хочешь. Ну, ты и урод. Видели, видели? Что это такое? Заперто, да идите в жопу. Там кто-то кашлял, по-моему, за этой дверью. Короче, видимо, мне нужно идти в этот. Ну, туда, короче, вы поняли, да? Комплекс. И восстанавливать здесь электричество каким-то образом. Но! Остались предметы, я понимаю. Но сначала я хочу сходить все же туда, куда убегала Энейра. Если это она, конечно. Потому что уверенности у меня в этом нет особой. Может быть, она... Может быть, не она. Но в любом случае, сейчас мы пойдем, посмотрим. По-моему, это где-то там было, но давайте я сначала сюда еще прогуляюсь. Я, если честно, уже немножечко подзаблудился. Вот. Положа руку на сердце. Мне даже не стыдно признаться. Отсюда я пришел, да? Нет. Говорю же, заблудился. Ой! Бабка солит с геймером, нужно вернуть ее домой. Понятно. Бабушка смерть, достижение получено. Не нравится мне что-то это название ачивки. Чего они так долго? Не знаю, перекур устроили. Попробую еще раз позвать их по рации. Это группа зачистки Браво. Ситуация в зоне Чарли нормализована. Как слышно? Прием. Молчат. Да что за дела? Какой ты сегодня нервный. Да нет, просто... Погоди. Запах чувствуешь? Эй, это не я. Да я не про... Бензин? Это бензином пахнет? Их обливают. Ну подумаешь, кто-то возил в фургоне канистры с горючим или там... Эй, тут кто-то есть? Не открывается! Эй! Она откройте, блядь! Эй! Вы видели? За мной какая-то хуеборга гоняется. Бля, ну я встрял. Нужно, короче, отыскивать Энейру и уносить отсюда ноги. Ну его нахер этот город. Нахую его крутил. Со всеми его тайнами. Куда я пришел? Крис, нам пора. У нас нет на это времени. Залезай в машину. На что на это?
Простите, мадам, но покидать зону карантина до дальнейших распоряжений запрещено. Ты говоришь разбитыми словами. Что, простите? Мадам, вам следует вернуться домой. Слова, в которых нет веры. Позволь же показать истину. Мадам, отойдите. Ох, ёпта. Назад! Как отсюда свалить? Не хочу здесь оставаться. Такс, блин, куда делась? Так, подождите, я начинаю узнавать это место. Вот оттуда я пришел. Вот отсюда. Энейра свалила сюда, по-моему. Ну, здесь как бы... Нет, нихуя! Ничего я сюда... Блин. Или, может, она в следующий переулок была? Вот здесь? Нихера тоже нет. Тихо. А где тогда? Ну, я удаляюсь. Может быть, в обход? Ну вот на той стороне улицы. Давайте-ка попробуем, я туда схожу. В любом случае нужно все найти, чтобы понять, что происходит, мне кажется. Я же смогу обойти здесь, да? Да, смогу. Где-то... Здесь? Ну я не могу здесь пройти, мимо заграждения полицейского. Подождите-ка. Ой, там до сих пор стоят чуваки, кстати говоря. Эй, алло! Help me, ёпта! А вот и трупак, кстати, нашелся. Так, стойте, а где? Почему оно пропало? Тоже мне интересно. Куда все подевалось? Ой, ой, ой. Ну и как оно ловило? Подождите, а почему сейчас не ловит нихера? Попробовать сейчас уйти? Или все же поискать сначала? Ладно, короче, я сейчас пробегусь. Может быть, я это эхо отыщу таки. А если не отыщу, то увидимся уже в комплексе, где я буду резать забор своим болторезом. Знаете, в чем прикол? Куда бы я ни повернулся, куда бы я ни пошел, все время единичка, ну, 0-1. Такое ощущение, что я теперь центр. То есть, как будто оно либо меня преследует, либо я сам начинаю фонить как-то эхо. И это такая себе, блин, перспективка. Я не знаю, можно ли здесь рипнуться. Но мне явно не хочется проверять, учитывая, как давно я сохранялся в последний раз. И учитывая, что я не хочу сохраняться сейчас, вдруг я уже что-то запорол. Ладно, пойдемте в комплекс. Комплекс отменяется. Ох, да ладно! Эй, убери машину!
У меня нет на это времени. Эй, ты что удумал? Руки убрал. Неизвестной женщине тоже вилы. Ладно, в комплекс. Я на месте, пойдемте дрявить забор. И надеяться, что здесь есть какой-нибудь конденсатор. Давай. Отлично. Ну что, по периметру сначала обойдем, потом уже внутрь. Я постараюсь зайти, попробую во всяком случае. Блин, награду за ноль за любопытство. Хуй, ничего не дали. Очень обидно. Здесь я переступить не могу. Еще вот сюда вот сходим, какое-то странное здесь. Очень странные ящики, никогда в жизни таких не видел. Нужно было проверить обязательно. Ну и здесь тоже нихера. И здесь он тоже не заберется. Ну ладно. Так. Ты что? Ёб твою мать. Так, Facility Lockdown. Актив. Точек скомпрометировано. Одна осталась. Мне нужно все сначала за это закрыть. Перед тем, как я смогу сюда войти. Так у меня дохерища прям вопросов возникает на этот счет в таком случае. Блин, я понял, где я только что провтыкал. Мне нужно было там, где регистрация, ну, стойка регистрации, ресепшн в отеле, нужно было взять ключ от номера их. От номера, где эти чуваки останавливались, прийти туда, и наверняка конкретно там было то, что мне нужно. Возвращаюсь обратно, бля, хер ли делать, простите, ребят, за задержку. Ну, где ключи? Или вы хотите сказать, что зря сюда пришел? Seems something's causing the circuit breaker to trip. Что-то мешает. Так а что мешает? Ты мешаешь? Ну-ка, грибы нахер со стены. Блин. Да все прям крайне печально. Здесь я больше ничего подобрать не могу. К доске прилеплены различные записки и чеки. Больше ничего. Остановились на 302. На картине изображена странная фигура. Здесь никаких ящиков, ничего нет. Реально, зажигалки прям толку вообще никакого. Я прям хз. Заклинившая дверь. Ну, по этой части все закрыто. Все закрыто, да. Здесь ничего. В этом крыле. Тоже как бы нихера нет. Хм.
Но мне при входе и в локацию, ну, в основную, в город, и при входе конкретно в отель говорили, что остались предметы, которые нужны, ну, важны для сюжета, и которые надо бы подобрать, а я этого еще не сделал. Может, это ты? Ну, типа, вывернуть коротящую лампочку, и все заработает, но похоже, что нет. Не все так просто, к сожалению. Красно. Почему-то. Так, ну я застрял, похоже. За что делать? В городе. В городе что-то есть. Не нашел я. Пойду обыскивать город. Буду, короче, каждую улицу облизывать. А вот что-то и найдется в каком-нибудь кусте или мусорном баке. Или в каком-нибудь более очевидном месте, которое я просто проеблосил из-за невнимательности. Такое тоже вполне себе возможно. И даже знаете что? Скорее всего, так оно и есть. Сколько раз уже такое было? Ой, ой, ой! Ой-ой-ой! И что? С бабкой что-нибудь сделаешь? Оно за мной гоняется теперь, в рот компот. Хотя подождите, мне же сказали. Это все не по-настоящему. Нечего бояться, правда ведь? Я не заметил, что здесь цепь тоже была. Не, ну, ключ от гостиницы забираем, вот, вот, вот то, что нужно, ключ от гостиницы и, ой, камера-то куда? А, ну и все. Эта дресня от меня отвалила, по крайней мере. Бабка, вот ты от меня не отвалила, что ты здесь ходишь? Иди домой, иди внуков корми. Пюрешкой с котлетками. Немножко напрягает, что как бы всю игру, ну, на протяжении всего хронометража, ничего не представляло опасности. А теперь какие-то ебаки появляются, бабка, бляха, посреди улицы. И реально становится не по себе. От таких явлений, бляха-муха. Ну, давай. Да. Будет ли у нас эхо здесь, или мы просто заберем что-нибудь? Воду заберем, коробка переместить. Аккумулятор. Спасибо. Блин, как резко дергает курсор. Ну, камеру в целом. Какой-то магнитофон. Он подключен к основному питанию, но здесь нет электричества. Так, ха. Это все, конечно, крайне здорово. Так, последняя кассета. Все это крайне здорово, но куда? Куда мне? А, стойте, мне может ключи от всех дверей? Блин, чувак, чё ты разорался? Это же просто пиньята. Хэллоуинская, поэтому стрёмная. Стэнли, переговоры с командой в очаге проходят непросто, но все же прогресс виден явно. Как мы и ожидали, они с опаской относятся к участию третьей стороны, но предложенные им деньги являются сильным аргументом в нашу пользу. Этот комплекс нуждается в финансировании, нехватка персонала налицо. Естественно, мы не можем позволить себе упустить такую возможность. Предлагаю в дальнейшем занимать более агрессивную позицию в переговорах. Думаю, деньги не станут для нас препятствием. Жду вашего одобрения, готов продолжать. С уважением, Томас.
все ясно, блядь, коррупционеры пришли к ученым и обосрали всю малину. Чувак, давай я тебя сниму, негоже так болтаться, одеяло взять. Этого я не ожидал, и нахера мне одеяло в инвентаре? No, эти ключи сюда не подойдут к кровати? Как скажете. Старое грязное одеяло из той комнаты. Из этой вообще-то. I've got no need for a duvet. Здесь не нужда, что ты говоришь. Так. Это порнография на кассетах ВХС. Ну и в целом пусто. Хотя... Ну я думал, оно бы через дверь же пробило бы, если бы здесь эхо было. Или нет? Так, здесь замок заел. Здесь ключами ее не открыть, да. А может быть... No use for a screwdriver, не нужна отвертка. Ну, тебе виднее, конечно. Чего? Сейчас спорить не стану. I don't want to cut that. Да, блин. Не шипи. Так, ничего. Шкаф тоже пуст. Просто пустые номера. Офигительно прям. Бэкрум. Как там? Бэкрум кастинг? Ну кто там шарит в комментах? Напишите, как оно называется правильно. Я забыл. Не знал, не знал, не знал. А вот и грибочки. Ну что, вас укрыть, что ли, одеялко? Ну нет, кровать не активна почему-то. А я бы укрыл. За зачем? Ну я бы сделал это. Улыбаемся и машем достижения. Поюзать тоже ничего нельзя. Ну, это прям все очень странно. Жена мне одеяло туда. Хотя, возможно, я его через что-нибудь переброшу, через какой-нибудь электрический забор, например. Или типа того. Ну, я все пооткрывал, что мог. Все пооткрывал. Теперь нужно понять. Seems something's causing the circuit breaker to trip. Теперь нужно понять, куда аккумулятор притараканит. У меня прям, ну, ноль идей. Думать, подвал бы вообще под это подошел. Кстати, есть ли здесь еще запертые двери? Вот в чем вопрос. У меня вообще-то ключи от номеров были, но... Возможно... Они не только от номеров. Могли бы просто написать, дверь заклинила и все. Вот как здесь, сразу. Блин, ни хрена не понимаю. Окей, мне дали аккумулятор, что мне, куда мне его запихать? Я не понимаю, бля. Ну, то есть логично предположить, что в подсобку какую-нибудь, ну, блин, вот, это дресня и все. На улицу куда-нибудь, может быть. Так, на этой локации, именно в городе, важных предметов не осталось. Блин, вообще логично было бы предположить, что этот аккумулятор не нужен для магнитофона. Типа, эта дресня питается от сети.
И мне не нужно нести аккумулятор, восстанавливать, типа, запитывать всю сеть отеля от аккумулятора. Мне нужно просто сраный магнитофон. Some sort of tape player. It's подключить к аккумулятору. Но мне пишут, нужно подключить его, блин, ну, восстановить электричество в здании. Что, ну, как бы, прям скажем, вообще нелогично, бля. Вот, так я его укрою одеялом, наверное, сейчас. Ну? Ну, что-то же было, какое-то действие предлагали, алло. Нужно как-то избавиться от всей этой крови. Ну, вот одеялка есть, давай. Ну, зачем? Я не понимаю, зачем. И почему с него кровище натекла, если он повесился? Я, конечно, не то чтобы шарил за анатомию, должно сработать. Что, что? Все, я понял. Аллилуйя. Кровище протекало на первый этаж, там коротила эта сраная лампочка. Где, где? Коротила лампочка. Да, и она больше не коротит. Вот почему она красная была от кровища. Она больше не коротит, и я могу... щелкнуть здесь. Looks like that did the похоже trick. Это сработало, похоже, да. Компудахтер в синем экране, ну что бывает. Крысы повсюду. Ну что, давай тогда подключаться. Зачем мне аккумулятор тогда нужен? Очень странно. Похоже, это последняя. Пора идти в комплекс. Зона огорожена. Достижение Graveyard Shift. Ну что, мне кажется, что не все так просто. Мне-то, конечно, сейчас надо идти в зону, но неужели меня просто возьмут и выпустят на ровном месте? Ну, если, в общем... ничего не будет, пока я буду идти в зону. То увидимся там, а если будет, то я вам покажу, естественно. Вот я и на месте. Там по городу меня преследовала та призрачная дресня. Но я храбро от нее сбежал, поэтому я здесь, а не мертв. А может, я не мог умереть, но проверять не захотелось. Ну что, сходим? Это очень громкий звук. Ну что? Крис, ты здесь? Yes. Хорошо. Доберись до нижнего уровня. Хелен? Вырванная страница. Сегодня 16 марта, и этот день войдет в историю. Сегодня в нашем исследовании произошел крупнейший прорыв. Мы установили контакт с другой стороной. Наконец, годы тщательных исследований и непрекращающегося анализа дали свои плоды. То, что раньше казалось лишь коротким мгновением, теперь стало путеводной звездой наших исследований, напоминанием о том, почему мы до сих пор здесь. А причина успеха – наша общая жертва. Общение с умершими, пусть мимолетное, стало величайшим моментом моей жизни. Я стал на шаг ближе к тому, чтобы найти ее. Чтобы еще раз поговорить с ней, услышать ее нежный голосок. Ничего другого мне не надо. Наша теория подтвердилась, а значит, мы можем переходить к третьему этапу. Длительное воздействие на артефакт. Уверен, соблюдая меры предосторожности и используя новообретенные знания, мы сможем обойти все преграды, что мешали продолжению нашей миссии в прошлом. Энейра, любовь моя, скоро мы снова будем вместе, это лишь вопрос... времени, Энейра, труп. Я думаю, что вы тоже подозревали, что с ней что-то не то. Ну все, назад дороги нет, ясно. Не думал, что это так прямолинейно, типа, но... ну вот, так прямолинейно, да, Энейра, труп. Хотя для трупа она была довольно-таки болтлива, хочу я вам сказать. Кажется, она управляется удаленно. Так вот, единственный компудахтер. Только он чё-то, ну, как будто в доту на нем кто-то играл.
Блин, и чё, и куда тогда пойти? Есть чё? Или может здесь просто будет какая-то пимпа, похоже, так и есть. Отвертка? Ты мне пригодилась? Пригодилась, хорошо. Оголённые провода. Зашибись. А, ну все, окей, базара ноль. Хорошо, что меня током не шмыгануло. Здесь не нужна отвертка. Интересно то, что она до сих пор в инвентаре. Очень похожа на халфу, на первую. 10 июня. Нам повезло с носителем. Молодая особь мужского пола, родившаяся вскоре после начала событий в эпицентре. Этот ребенок превзошел все наши ожидания во время лабораторных испытаний и оказался гораздо более устойчивым к побочным эффектам, чем остальные наши подопытные. Благодаря этому носителю мы несколько раз смогли установить контакт, результаты превзошли наши выборочные данные. С тех пор, как у нас появился этот носитель, мы увеличили количество персонала вдвое. Свежая кровь сделала нашу команду гораздо продуктивнее. Началось строительство другого объекта, говорят, он будет полностью готов к зиме. Начинается подготовка к перемещению жизнеспособных носителей. Я очень горд достижениями нашего института Эхо Парк и с нетерпением жду новых свершений. А этот ребенок — это я. А отец нам не отец. Ну, короче, мы приемный. Так, ну, первый типа заработал. А где еще? Карта доступа пока что голяк на базе. Здесь тоже. А, здрасте. Здрасте. Ничего, если тут осмотрюсь. Ну-ну-ну, что было? Экран разбит, да электричества нет. Ну, то есть работать не будет, да? Тут же нет такой дресни, что типа без света он не подбирает документы. Вроде не было, но мало ли что они придумали под конец. Кажется, не работает. Ну да. Выглядит, что не работает. Ну, выпускай. Так. Он будто побывал в аду. Возможно, так и есть, учитывая, чем они тут занимались, наркоманы эти проклятые. Странный механизм. Это самогонный аппарат. Какой-то герметичный механизм. В карманах пусто. Жаль. Ну а здесь что? Не поддается. Такая... Ладно, тихо. Может быть, с другой стороны то, что нужно, нам найдется. Ну, пока что голяк. Этот запах невыносим. А, вон, бэджик. Что это? Карта доступа. А что у него с глазами? Опа. Компьютер работает. Никак не починить. Что-то музычка заиграла какая-то подозрительная. Меня глючит точно так же, как глючило, когда рядом та сущность была. Ну, призрак тот черт блестящий. Когда я смотрю на этот экран, то ощущаю слабость. Ну, так давай, не станем на него смотреть. Покрытая пылью. Стоп, а здесь? А сюда тоже можно? Может, защитный костюм наденем? Как считаешь? Ему лишь бы карманы пооблутывать.
Ладно, уходим. Да, блин. Подожди. Ладно, поехали у нас. Я же понимаю так, что мне вниз, если я был на первом типа этаже, который на земле, то все остальные под землей. Хотя, блин, почему? Здание было двухэтажное или трехэтажное даже. Но это детская, в которой я вырос, я уверен. Еще одна такая же. А, ну, видимо, подопытных детишек было много. Мне нужно тебе кое-что показать. Садись. Ты хочешь, чтобы я сел в эту штуковину? Просто сядь в кресло, Крис. А вы, кстати, обращали внимание, что там были диалоги, ну, в эхо, которые обращались к Крису какому-то? Могу ли это быть я? Ну, главный герой. Я-то вряд ли. Этот терминал больше не работает. Но почему машина так и не отключилась? Программа уже запущена. Отсюда нам ее не остановить. Садись в кресло. Нет уж, в пизду. Я не согласен. Крис, других вариантов нет. Вот и все. Это конечное. Как то кафе. Ты можешь освободить нас. Просто сядь в кресло. Позволь угадать. Я должен просто взять и довериться тебе. Ну, пока я тебя ни разу не подвела, верно? Не позволяй страху взять над собой верх. Только не сейчас. Безумие какое-то. Выглядит небезопасно. Блядь, что я здесь забыл? Крис, ты зашел слишком далеко, чтобы сдаться сейчас. Поверь мне, сделаешь это, и мы наконец сможем уйти отсюда. Кажется, это небезопасно. Совсем. Да все нормально. Просто садись. Хрен с ним, за дело. А, похер, за дело. Какая-то сумма началась. Только без роботов. Ну, как ты себя чувствуешь сегодня, сынок? Думаю, мне станет гораздо лучше, когда я высплюсь. Хочу увидеться с мамой. Крис, ты ведь знаешь, что сейчас это невозможно. Мы заняты очень важным делом, понимаешь, Крис? Без твоей помощи не справимся. Ты особенный. Мне это не нравится, папа. Мне страшно. Если ты не поможешь нам, мы не сможем вылечить тебя, Крис. Но я ведь не болен. Я не ощущаю себя больным. Я просто хочу домой. Я ведь говорил, теперь это твой новый дом. Терпеть не могу это место. Я... Крис, на этот раз все обойдется без этих твоих несчастных случаев, верно? Пап,
Ну почему ты создаешь столько проблем? Ноешь без остановки. Папа, пожалуйста. Тьфу. Хватит с меня разговоров. Утром тебя покормят. Выспись. В таком состоянии тебе мало проку. Папочка. А, блин, здесь можно было шифтиться все это время, лол. Так, я могу пойти. А, ну я в любом случае иду сюда. Так, и чё? Вероятно, я на шифте должен был все это пройти и уже был бы в конце. К моменту, когда эти разговоры бы завершились, диалоги. Но я тупил. Простите. Добежим до точки назначения в тишине тогда. Так. И что? Дернем кабель. Доктор, он в сознании. Нужно определить его состояние по шкале Глазго. Как обстоят дела с чем-то там? Симпатическая нервная система реагирует, зрачки расширены. Крис, ты меня слышишь? Вербальная реакция отсутствует. Доктор Селвот, состояние пациента стабильно. Сегодня прогресс идет медленнее. Могу предположить, что ему нужно немного отдохнуть. Какое разочарование. Нужно повторить. И сейчас я проснулся, а вокруг была мертвая тишина. Встреча с создателем достижения. У меня болели ноги, каждый шаг давался с трудом. Я будто проспал всю жизнь. Что-то изменилось. В воздухе царила тишина. Ощущая, как кровь снова приливает к моим пальцам, я почувствовал что-то, что... пальцем и к воспоминаниям. Все эти годы, проведенные наедине с отцом, годами мой разум был заперт в самом темном уголке моего подсознания. Я проходил через этот ужас и раньше, раз за разом, будто бы в бреду. Мой отец был честным человеком, лоялист, преданный своему делу, науке, вечно находящийся в погоне за знаниями. Но сострадальным человеком он не был. Все изменилось, когда умерла моя мать, его лучшая половинка. Он стал одержим этой деревней, очагом и тем дурацким камнем, упавшим со звезд. Годами я думал, что мы с ней снова увидимся, что она вернется и обнимет меня, как ни в чем не бывало. Возможно, мы оба занимались самообманом.
Мой отец убедил меня в том, что я болен. Может, так оно и было. Я видел то, что было недоступно остальным. То, что ни один 12-летний ребенок видеть не должен. А я все жалел, что сказал ему правду. Мечтал, чтобы все стало так, как было раньше. Небольшие посещения превратились во встречи, встречи в ночевке. Скоро мы совсем перестали возвращаться домой. Теперь это твой новый дом. А потом я познакомился с Хелен. Я так и не узнал ее фамилию. Единственная ученая с совестью во всем этом проклятом месте. Если бы не она, я бы сгнил там вместе со всеми. Она помогла мне выбраться, сбежать, попасть в приемную семью на юго-западе, в новую жизнь, вдали отсюда, на своей скале. Они годами приходили ко мне во сне. Это место, мысли о том, каково будет сюда вернуться. Словно что-то звало меня сюда. Теперь это ощущение пропало. Уж не знаю, что за дела начал здесь мой отец, но этому пришел конец, когда я разорвал эту связь. Думаю, теперь я наконец могу уйти. Все мы можем. То есть кто-то подобрал его в супер-мега-криповом городе? Ну ладно. Допустим. Что ж, похоже, это конец. Ну, конец, совсем конец. И это было неплохо. Достаточно интересное приключение, хотя... Я ожидал как-то больше хоррора, что ли, чем... Чем далее. Но в целом так, спокойненько, меланхолично, интригующий сюжет, интересный. Хотя концовочка, конечно, довольно предсказуема. Но в целом это было достаточно неплохо, на мой взгляд. Спасибо большое, пережато, что были вместе со мной на протяжении всего этого приключения. Подписывайтесь на мои каналы, чтобы не пропустить новые. Все ссылки в закрепленном комментарии под видео. С вами был Старпёр. Всем счастливо.